Здравствуйте! Мы снова вас приветствуем на берегах Дальнего Востока. И сегодня мы проведем еще один необычный крутой эксперимент с пластиковым стаканчиком. Как думаете, что будет, если в пластиковый стаканчик налить расплавленный металл? Возьмем расплавленный металл, жутко горячий, и нальем его в пластиковый стакан. Просто красота! Шикарный цветной дым. Как и предполагалось, раскаленный металл расплавил пластиковый стакан. А теперь эксперимент, который не рекомендую никому повторять. Что будет, если вылить расплавленный металл на мокрый песок? Так. Вот такая шикарная штука будет. Заливаем расплавленный металл в ракушку мидии. Мы снова приветствуем вас, любители необычных и стрёмных экспериментов. Давайте посмотрим, что будет. Вот что все-таки будет, если налить расплавленный металл в пивную бутылку? Лопнет она? Взорвется? Сейчас мы это узнаем. Итак, наступает момент истины. Заливаем расплавленный металл в стеклянную пивную бутылку. Донышко бутылки нагрелось и лопнуло.
а изнутри стало вонять вонючим пивом.